допустим, смотрите, вот не было у вас такой силы воли, не смогли бы вы справиться с этими переломами бедра. Я думаю, что я потерял бы профессию. Да, и потерял, кем бы вы стали тогда? Я понимаю, что слагательное наклонение никто не любит, но тем не менее, все-таки, кем бы вы могли стать, если бы не стали актером? Не знаю. Я к тому времени уже очень любил свою профессию. Это второй курс был всего. Но я уже любил, потому что я до этого, я учился в колледже, в ГИТИСе, так. У Бориса Гавриловича Голубовского. Поэтому у меня получается, что это в щепке был второй курс, но по учебному процессу это был пятый год обучения. А, вот так вот. Вот. Угу. Поэтому понятно. Я уже без этой профессии не мог. Ну, я себя всегда успокаиваю, конечно, что если вдруг, ну так, получится, что меня уволят из всех театров и не будут снимать в кино. Я пользуюсь метрополитеном, и там всегда есть вот такие объявления, что помощник... Вы пользуетесь метрополитеном, да. В том смысле, что вы предпочитаете метро, да. Передвижению, да. На... И хорошо. Пешком люблю ходить. Так. Вот. Mm. Так вот, там всегда в метро объявление, что требуется помощник машиниста, еще кто-то. Там все время кто-то требуется. Поэтому я думаю, что я без работы не останусь. Сколько стоит сейчас проезд в метро? 28 рублей. Mm. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».